Это читерский конфиг 2.0. Допустим, тебе надо быстро выйти на Б-план. Ты видел, как только что я скинул бомбу? Закрыто. Держи крепче мой банан. Разные прицелы, дополнительные кнопки, упрощение твоей игры. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И сегодня я тебе покажу охренительный, читерский и поднимающий FPS конфиг. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. А перед началом ролика конкурс на вот это ВП. Все, что нужно сделать: подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И уже в эту среду мы подведем итоги. Начинаем смотреть читерский конфиг. Зайдя на карту, нажимаем консоль и прописываем exec cyberbanana. Чтобы его скачать и как его установить, я расскажу в конце видео, поэтому, дружище, не переживай. Видишь, боты бегают. Вначале, если ты хочешь сразу поразминаться, нажимаешь буковку N. Все, боты сразу кикнуты, и теперь спокойно можно начинать играть. Кнопочка вверх и вниз на клавиатуре включает режим тренировок. Давай пройдемся абсолютно по всем бедам, и я уже расскажу тебе, где самый сок, а где нет. Первое, самое крутое, что есть на моем читерском крутом FPS повышателе конфигов. Именно, ты посмотри, во-первых, 400 FPS конфиг уже поднял. До этого было 300. Итак, FI5, F6, F7, F8 это гранаты, понял, да? Начиная от хаешки, заканчивая молотом. Разберешься сам. Но есть прицелы, а именно кнопка 6, кнопка 7, кнопка 8 и кнопка 9 и даже 0. Это разновидность прицелов. Выбираешь такой, какой тебе нужно, и катаешь, и просто разрываешь всех. Но обрати внимание на хат. Он желтого цвета, но под бананчик, ты сам понимаешь. И самое интересное, посмотри наверх. Это просто пушечный радар, который показывает тебе абсолютно всю карту, и где, куда бегать, в какую сторону поворачивается и так далее. Сделал специально для тебя, чтобы ты красиво и адекватно воспринимал ту информацию, которая показывается тебе на радаре. Окей, давай разберем, что за прицел вот такой, зачем он вообще нужен. Мы берем смок и, допустим, нам надо с перекрестием вот этим и вот этим как-то попасть. То есть хлоп. Видишь, легко мы свели линии, куда нам нужно кинуть, и бросаем, понял? Это пушка, после чего нажимаем на любой из твоих любимых прицелов, у меня лично это девяточка. Я нажимаю на нее и дальше начинаю играть. Если мне снова надо кинуть, я нажимаю 0, снова бросаю, снова девяточка и пошел разрывать. Я, кстати, в этом обновленном конфиге убрал джамп-тролл на пробеле, поэтому теперь ты смело, спокойно можешь прыгать на пробел, если тебе удобно. Очень много было жалоб по этому поводу. Джамп-тролл я оставил. На колесико мыши я цвет прицела убрал. И теперь смотри, ставим уже снова девяточку, нам не надо. Нажимаем теперь, зажимаем раз. И теперь на колесико мыши нажимаем 2. Все, джамп-троу готов. Есть еще одна крутая фишка в моем конфиге. Смотри, наношу урон парню. Также немножечко сейчас кого-нибудь еще зацепим. Давай, родной, давай, убей, 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 убей. Эх, как долго ты меня убивал. Нажимаем консоль, и что мы видим? Сколько нанес я урона, сколько нанесли урона мне. Это очень удобно, ты своим тиммейтам сразу можешь дать подсказку о том, что, ребята, я нанес дохренище урона, просто добивайте. Годно? Да, конечно, да. Ну и плюс для себя ты прекрасно знаешь, что как вообще, получилось тебе проследить или нет. Ну и куда же без очистки, когда мы стреляем пулями, отпускаем, и все пули исчезают, как мы видим. То есть автоматически, после того, как ты прекращаешь стрельбу, пули сами по себе чистятся, и вся карта становится чистая. Это тоже плюс копилочку FPS. Микрофон стоит на двух кнопках. На букве К это стандарт, и также на боковой кнопке мыши, чтобы, ну, это самое удобное расположение, когда ты можешь и стрелять, и говорить. Ну, если ты хочешь, там, переставь все сам в настройках Counter-Strike. Ну и самое сочное, дружище, это выбросить бомбы. Допустим, тебе надо быстро выйти на Б-план, ты видел, как только что я скинул бомбу, и все, пошел заходить на Б. После тебя твои тиммейты забирают бомбу и уже вместе с тобой заходят на плент и ставится бомба. Удобно? Да, конечно, да. Но представь себе такую картину. Ты такой бежишь, надо скинь бомбу, тебе говорит, и ты такой пятерочку нажимаешь, потом G нажимаешь и после этого только бежишь. Нет. Просто колесико мыши от себя, неважно, какое у тебя оружие было в руках, бомба слетает. Но не забывай, если ты много раз будешь крутить колесико мыши, то и другие предметы также будут вылетать. Имей в виду. Давай немножко пройдемся по пиару моего канала, а именно кнопочки влево и вправо. Пишет Сайбермана на КФГ, он GG Easy, то есть ты показываешь всем, что ты с этим конфигом всех нагибаешь. И второе, а именно YouTube 50K+, это Сайбербанана, чтобы люди заходили на мой канал, смотрели и тоже хотели получить такой конфиг. То есть ты помогаешь мне, а я помогаю тебе, то есть совместочка, понимаешь? На боковой кнопке мыши ты нажимаешь просто уничтожитель твоих оппонентов. Закрыто. Держи крепче мой банан. Он начинает дезморалить, и ты просто на изи закрываешь его. Особенно это работает, когда играешь аимку 1 на 1.
Blender. Я лично это проверил. Также оставил кнопки плюс-минус на нампаде, именно чат выключить и чат включен. Это означает, что когда тебе в микрофон что-то ребята орут, ты нажимаешь минус, ты их закрыл. Нажимаешь плюс, обратно чат включил и сказал: пацаны, что вы орете? Дайте мне затащить клатч. Сами понимаете, это очень важные кнопки, я их оставляю всегда. Это читерский конфиг 2.0, просто разрыв пуканов, а именно твоих оппонентов. Также давай пройдемся по дополнительным кнопкам, которые в принципе они не нужны, но иногда бывает полезно. Именно нажимаешь Ctrl, и у тебя FPS появляется и выключается. Это очень удобно, когда посмотреть, лагаешь или нет, потом дальше убираешь, чтобы тебе не мозолило глаза, эти цифры не дергались. Ну и плюс Alt — это летать по карте, без него туда так же никак. Допустим, тебе надо какой-то смачочек закинуть вот сюда, и все, полетел, смотреть, как это выглядит. Хлоп, отлично. Ну и маленькое дополнение — это правый Shift нажимаешь, и убирается абсолютно все вокруг. Хада не видно, и ты можешь красиво какие-то мувики снимать для себя. Как я уже сказал, внутри конфига я проработал, чтобы твой FPS действительно вырос. Ну и вдобавок тебе было комфортно играть. Разные прицелы, дополнительные кнопки, упрощение твоей игры и так далее, и так далее. Ну и сам HUD, это радар и прочее. Все специально сделано для тебя. Поэтому просто я хочу сказать одно. Играй с наслаждением, играй с приколом, с удачей, делай красивые мувики, красивые фраги. И самое важное, просто говори всем, что CyberBanana тебе подогнал такой конфиг. Давай теперь расскажу, как установить и как поставить его, чтобы в контре уже можно было с ним разрывать. Качать конфиг крайне просто. Заходишь ко мне в группу ВКонтакте, нажимаешь «Написать сообщение», восклицательный знак и по-английски слово «КФГ». Дальше нажимаешь «Отправить» и все, конфиг тебе уже прилетел. И сразу тут быстренько самые основные виды тоже тебе тут показаны. Прочитал, понял, нажимаешь «Скачать». После чего скачка происходит, вот здесь сверху нажимаешь «Скачать». Окей, как мы видим, конфиг скачался, после чего нажимаешь «Показать в папке». И вот он, в этой папочке уже есть. Теперь правой кнопкой мыши и «Экстрактинг», ну ты понял, да, там по-английски написано было. Вот, эта папка с нашими командами и с нашим конфигом. Дальше просто их выделяем, нажимаем Ctrl-C, ну то есть копируем. Ты можешь правой кнопкой мыши копировать нажимаешь. Дальше, локальный диск C, «Program Files». Дальше идешь Steam, после чего User Data. Тут будут цифры. Цифры — это именно твой идентификационный номер Steam. Понял, да? У меня он 401. Ну ты такой скажешь: а как сделать мне? Я же не знаю, какой у меня номер. Смотри, заходишь к себе в профиль Steam, посмотреть инвентарь. Дальше предложение обмена. И здесь смотри, кто может отправлять мне предложение обмена. После чего спускаешься вниз, тут будет ссылка на обмен. И вот здесь после «Партнер» равно ищешь именно ту, те цифры, которые у тебя находятся вот здесь. А именно, вот они, 41, ну ты понял, да, подходит. Значит, это то, что нам нужно. Заходишь сюда, дальше 730, после чего «Локал», дальше «КФГ», и уже тут вставляешь свой конфиг, нажимаешь кнопочку «Вставить», «Заменить в файл». Естественно, да, потому что я уже, как бы, ну это же мой конфиг, я ее сам его делал, поэтому он здесь у меня есть. И у тебя также это будет. Дальше заходишь в Counter-Strike, нажимаешь «Консоль» и прописываешь «Exec» по-английски. CyberBanana. Это как название моего канала. Окей. Все, готово. Видишь, YouTube написала, это означает, что конфиг включен. Ну вот, дружище, я и поделился с тобой пушечным читерским конфигом, который уничтожает абсолютно всех и повышает твой FPS. Все, что нужно от тебя, это поучаствовать в этом конкурсе и посмотреть вот это годное видео. Все, и наслаждайся этим конфигом. Пока-пока.